Это всероссийский проект, направленный на привлечение молодежи к пожарно-спасательному спорту и развитие пожарно-спасательного дела в Республике Крым и в Российской Федерации. Проект был запущен на территории Российской Федерации еще осенью. Зимой мы начали планирование прошлого года, и сейчас мы начали в пилотной версии реализовывать этот проект на территории города Керчь. 13-я школа – это у нас первая. Мы посмотрим, как этот проект зайдет детям, как будут относиться к нему преподаватели, как мы его будем комбинировать с учебным процессом. Если же все показатели всех удовлетворят в течение данного полугодия 2023 года, то с осени 2023 года мы планируем уже массово включать школы в эту работу.